Крош, ежик, мои юные друзья, нам с Копатычем необходимо ехать на симпозиум, поэтому мы поручаем вам очень ответственное задание. Точно говоришь, Карыч, ответственное. Больше скажу, архиважное задание. Ой, так что делать надо? Говорите уже скорее. В общем, мусор вынести вам надо. А если быть более точным, то во время нашего отсутствия с Копатычем организовать систематический вывоз мусора. В общем, не забудьте вызвать уборочную машину и заплатить за ее услуги. Телефон и деньги я оставил на холодильнике. Всего вам наилучшего. Карыч, Копатыч, не волнуйтесь, едьте на ваш симпозиум. Для нас это задание как дважды два четыре. Все будет хорошо. Надеюсь на это, мой юный друг. Слушай, ежик, айда сгоняем на мороженое, а? Крош, я не против, только давай вначале вызовем уборочную машину, ладно? Да не будь ты таким занудой, ежик! Завтра вызовем эту уборочную машину! Тем более бак еще не полный! Успеется! Ну, я даже не знаю. Завтра так завтра. Пошли в кафе. Вот! Другой разговор! Какая вонь! Какая грязь! Бактерии размножаются! Я это люблю! Ура! 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 Мусор сегодня не вывезли! Ха-ха-ха! Чем больше мусора, тем больше нас, микробов, бактерий и всякой заразы. А вирусы? Вирусы вы в счет не берете? Только бактерии да микробы. Вирусы. Вот что самое главное в заразе. Так, хватит болтать. Давайте выбираться на волю и заражать все вокруг болезнями. Болезни! Зараза! Нюша, прошу тебя, муза моя, оцени мое новое стихотворение. Стихотворение о глубине чувств. Автор Бараш. И в небесах, и в пропасти мои мысли только... Подожди, Нюша, я еще не закончил. Да при чем здесь тут твои стишки? Посмотри, какая гадостная гадость вокруг нас! Что? О, что это за зараза такая? Из мусорного бака. Бараш, срочно звони в санстанцию доктору Данику. Мерзкие микробы, брысь от меня. Не нравится мне этот вид микробов. Он очень быстро мутирует и размножается. О, это же Бараш. Алло, Бараш, как дела? Привет, доктор Даник. Дела плохо. Здесь полно какой-то заразы, каких-то микробов и вирусов. Нужна твоя помощь, друг. Я понял, Бараш, скоро буду. Приезжай скорее, пожалуйста. Ребята, для борьбы с микробами я возьму с собой
собой молот, хвататель, фунгус, амунгус. Он называется хвататель, потому что он может хватать микробов. А собирать микробов я буду в эту криокамеру фунгус-амунгус для научных исследований. Ну, микробы, держитесь, доктор Даник вам идет. Милая Хрюшка, сейчас я заражу тебя гриппом. Не подходи ко мне, не трогай меня. Я сегодня мылась и руки тоже мыла. Нюша, любовь моя, держись. Сейчас я спасу тебя. Ой, кажется, я заболел. Конечно, конечно, заболел. Ведь мы давно заразили тебя. Бедный барашек, с заболеванием тебя поздравляю. Ой, как же мне плохо. Как я неважно себя чувствую. Откуда это все взялось на мою голову? Да. Дети мои, вы уже все повылазили. Это прекрасно. Что ты видел, вирус глаз? Докладывай скорее. О, ваша великая заразность, слушаюсь. Мы уже заразили почти всю игровую площадку смешариков. О, похвально, очень заразно похвально. Ваша гнилость, вы довольны? О, да, да, бациляка, я очень доволен. Ваша гнилость, с такими темпами мы очень быстро заразим весь город. О, Плянчик, это просто замечательно. Так чего же мы медлим? Давайте это сделаем. Распространяйте болезни во всей округе. Болезни. Болезни. Всех заражать, никого не жалеть. О, одобряю, поощряю. Эй, что это здесь происходит? Я спрашиваю. Что это за гадость? Ой, Крош, кажется, у нас эпидемия. Ой, как мне болит горло. Апчи! Ёжик, ты знаешь... Я думаю, все-таки надо было вывезти мусор вовремя. Ты прав, Крош. Все идет по плану. Санстанцию вызывали? Внимание! Работает доктор Даник. Приготовим криокамеру. Откроем пробир. Дети мои, спасайтесь, кто может! Доктор Даник приехал! Доктор Даник! Вот теперь ты будешь сидеть в колбе. Не надо! Зараза должна быть изолирована. Ой, как жаль! Только ведь началась эпидемия. Опа! Это же вирус глаз, очень редкий микроб. Посажу его в колбу. Пусть посидит в карантине и подумает над своими поступками. Я уже обо всем сожалею. Отпусти меня, доктор Даник. Я больше не буду. Я тебе не верю, злую я никогда не верю. Эй, брат, делаем ноги быстрее. Какие ноги? У нас их нет. А, да, точно, я забыл.
Тогда побежали на руках. Давай. Опа! Попались два брата-акробата. Ишь, какие быстрые. Бегите, бегите. Да уж только в карантин. Батеряки, берегись. Попались, голубчики. Кажется, нам пора, друг. Да-да, пора бежать. Пора бежать в карантин. Вот теперь все. В этом молочехватателе есть функция пресс, чтоб заразе не казалось жить медом. Динамистый доктор Даник такую эпидемию загубил. Завтра придется начинать все сначала. Что? Заново говоришь? Что это было? Сдаюсь, доктор Даник, все, сдаюсь. Все, эпидемия закончилась. Так, смешарики, а ну-ка объясните мне, почему у вас появилась только зараза? В общем, доктор Даник, тут такое дело. Ёжик, может, ты расскажешь? А почему я? Ну, ведь ты у нас самый умный. Ну, ладно. Доктор Даник, дело в том, что мы с Крошем должны были вывести мусор, но не сделали этого вовремя. Да! Не послушались Карыча и не вызвали мусоровоз. Вот так. Теперь все прояснилось. Конечно, если не вывозить мусор вовремя, то оттуда не только бактерии с микробами будут вылазить, но и крокодилы начнут выпрыгивать. Соблюдайте правила личной гигиены. С вами был доктор Даник. Вы были на канале Носики и Курносики. Будьте здоровы. Всем пока-пока. Носики и Курносики.